Основатель Викиликс Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в Швецию. Такой вердикт вынес Белмаршский магистратский суд Лондона. В Швеции Ассанжа подозревают в совершении преступлений сексуального характера. Сам Ассанж вины не признает. Адвокат защиты Марк Стефенс заявил, что немедленно подаст апелляцию на решение суда. Сам Ассанж, в свою очередь, сказал: почему меня держат под домашним арестом, в то время как мне ни в одной стране не были предъявлены обвинения? Дело не только во мне и в давлении, которое Соединенные Штаты оказывают на Великобританию, Швецию и средства массовой информации. Все это дает надежду на реформу относительно системы выдачи европейского ордера на арест. Адвокаты считают дело Ассанжа политически мотивированным. По их версии, шведские власти действуют заодно с США, которые намерены наказать Ассанжа за публикацию секретной переписки Госдепартамента.